Всем привет! Сегодня у нас очередной хиндерер в китайском исполнении. Поставляется, ну точнее не то, что поставляется, ко мне пришел вот такой вот коробочки. На фотографиях у разных продавцов идет у кого-то вот таких бумажных коробках, у кого-то в пластиковых кейсах. Поэтому кому это критично, сразу, кажется, списывайтесь с продавцом, уточняйте этот момент заранее. Потому что тут просто такой черный гробик. Так, в сторону убираем. Давайте сам ножик. Нож продается в трех исполнениях, вот таком, и два варианта с серой рукояткой. На одном мелкая насечка, на одном более крупная насечка. Кому что нравится. Заявленная сталь К110, тут есть даже маркировка, титан, ну и все, как говорится. Клинок у нас Stonewash, вот такой, имеется логотип, вот так вот, да, видно. Стонвошек, фальш лезвия, вот такая вот насечка, лошадка переливается, кстати, сделано очень достойно, вживую смотрится очень красиво, вот так вот. Нож собран на бонках, бэкспейсера нету, есть возможность, кто не знает, откручиваем два винта, перекручиваем сюда, получается клипса с этой стороны. Клипса довольно таки мягкая, на карман будет садиться удобно. Надпись Hinderer, А110. Вот такой вот клиночек. По сборке, по механике проблем нету. Все по центру, все летает. Вот так вот присутствует сухарик. Заходит на начало пяточки фрейм. Механика отличная. Никаких претензий нету. Подгонка. Все супер. Все классно. В руке, ну это уже кому как. Я на этом стараюсь не останавливаться. Давайте еще раз вот так вот ножик, и потом пройдемся по параметрам. Вот такой вот, такая обработка. Я думаю, больше интересна вот эта сторона. Вот так вот переливается он. Покрупнее. Так. Что касается параметров. Общая длина у нас 20,5. Режущая кромка 8, сам клиночек где-то 9 с копейками. В сложенном состоянии 13, то есть 13, говорю, 12 сантиметров. Вес ножа 155 грамм. Теперь что касается, давайте так. Обух у нас, давайте так, постараемся как можно глубже промерить. 3,8, 3. 3,8, 3,9. Ну, 3,9 пускай будет. Толщина. Вот так вот. Без клипсы 12,9. Плашки толщина у нас 3,7. Это так же само. 3,7 говорю. Ну, 3,9 показывает. С клипсой в самом толстом месте 17,5. Ну, 17,4. Вот так вот видно будет. Так, сведение. Ставим 0, ставим 0,4, проверяем. Ну, здесь немножко провалилось, кончику как раз 0,4. Ставим, уменьшаем на 0,35, вот так вот, да, будет видно, 0,35. И тогда вот тут вот отлично, вот где-то до сюда. То есть по сведению в начале лезвия 0,35, кончику 0,4. Отлично, отлично. Теперь разбираем ножик, смотрим, что у нас в середине. Для этого 8-й торкс и шлицевая отвертка или монетка. Так, ножик разобран. Смотрим. Левая плашка. Вот такое тонадирование. Присутствует выборка для облегчения. Проставочная шайба, чтобы подшипник катался не по титану. Вот такие вот бонки. Так, все распадается. Ладно, ничего, соберем. Найдем, соберем. Вот так вот выглядит нож в середине. Сухарик. Керамический шарик. Упорная бонка цельная. Снимаем.
Подшипник здесь остался. Ну, там так же самое, проставочная шайба есть. Подшипник керамический, однорядный. В керамической или такой в пластиковой обойме. Пластиковый, наверное, правильнее сказать. Есть выборки. Вот подшипник в лезвие. Так вот. С этой стороны то же самое. Ну вот как-то так. Уже укусил меня. Зараза. Вот такой вот клиночек. Вот. Присутствует ограничитель. Забыл показать. Под клипсой запрятан ограничитель. Вот тут он крепится. То есть для того, чтобы его снять, нужно открутить два винта. И тогда можно его выкрутить, сам ограничитель. Сделан для того, чтобы, кто не знает, нельзя было в эту сторону продавить фрейм. Ну, как-то так вот. Ну, надеюсь, кому-то было интересно и поможет определиться, нужен этот нож или нет. Все, всем пока.